Привет, друзья! Меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня хочу предложить вам приготовить очень вкусное жаркое по-сельски. Ингредиенты, как всегда, в подробностях я оставлю в комментариях под видео. Ну а сейчас приступим. Для начала я подготовлю все ингредиенты. Свинину я нарежу на средние кусочки. Нарежу мелко лук, сельдерей и болгарский перец. А также нарежу крупно кабачки. Готовить я буду сегодня на улице. В разогретое масло кладу свинину, немного пожарю, посолю, поперчу, добавлю специи. А теперь кладу нарезанные овощи и целиком головку чеснока. Туда же отправляю лавровый лист. Немного потушу и добавлю аджику. Все хорошо перемешаю и потушу еще около 15 минут. Хорошо промою молодой картофель и вместе с кожурой нарежу его на одинаковые кусочки. На картофель кладу кабачки, хорошо перемешаю, добавлю горячего бульона либо воды и продолжу тушить до полной готовности под крышкой. В самом конце добавлю зелень. Друзья мои, всем советую приготовить по этому рецепту. А кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, обязательно делимся с друзьями и до скорых встреч. Пока-пока!